Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Gibby и добро пожаловать на прохождение игры My Time at Portia. Усаживайтесь по удобству, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Так, что у нас на сегодня? Какие задачи? Письмо какое-то пришло от торговой. Так, благодарим вас за то, что нашли несколько изъян во время вчерашней спекции. Вот небольшой наград за ваш труд. Как, что? А, силовой камень и две штуки. Ну, спасибо хотя бы на этом. Так. А мне с вами нужна бронзовая труба. Бронзовая труба есть? Есть, замечательная бронзовая труба. Так, это мы располагаем так. Замечательно. Так. И у нас есть с вами... В принципе... Так, это что? Сюда и... Пещера привидений, конструктор, конструктор. Вот сюда же, по идее, да? Загадочный торговец. Да. А куда именно? Подождите, куда-то туда? А, дальний вообще край, я понял. Ну, давайте добежим тогда до туда. Замечательная погодка, кстати, улучшилась у нас. Вон она, место, да? Так, что это такое? Что это за коричневый? А это ракушка. Постой, постой, чувак. Welcome. Welcome. Так, магазин. А, ну у тебя то же самое, что и вчера было, да, в принципе, ничего. Кстати, цена поменялась. Так, это что, в нем есть части артефакта? Нажмите правую кнопку мыши. Не, ну 800 дорого стоит. 800 дорого, чувачок. А ничего новенького не появилось, в принципе. Загадочный. И отсюда мы сразу с вами сможем направиться. А куда направиться? Ну давайте здесь, 22 минуты. Не было бы вот этой еще бы задержки, вот этой бы заставочки, было бы вообще шикарно, чтобы мгновенно оказаться там. Не нужна эта нам заставочка, я так думаю. Приехали, уехали. Так, давайте как раз зайдем еще. Заберем. Ага, даже нет ничего, ну ладно. Так, раз. Не вижу, не вижу. Нет, нет, да, да, сори. Так, а что тогда? Вижу. Так, кривая рукоятка. И не знаю, еще раз. Рукоятка, да? Так. А, ну тут, в принципе, по старинке так. И... Так, а это мы успеем? Да, в этот раз мы, кстати, успели. Сразу 4. Так, мне кажется, ли ход? Раз, точно. И па-па-па-па-па-па.
Па-па-па-па-па-па-па-па. Так. Все же? Да, все. Больше, в принципе, смотреть нечего. Дополнительных заказов нету. Так, где он? Куда подевался? Они сегодня, на мессе, да? У нас, а у нас что сегодня? Суббота? У нас сегодня воскресенье, воскресное мессо. You've already placed the DD stops? That's very efficient. Remember that haunted cave on Amber Island? I think it's about time we develop it into an attraction. I have prepared some funding. What do you say? I saved this commission just... Good, good. Here are the crafting recipes for the... Разместить. Хорошо. Что нам нужно разместить? Так, соберите автобус бип-бип. Так, соберите, установите баннер пещеры. Так, замечательно. Так, что я хотел? Что-то я зашел глянуть. А что глянуть, я уже забыл. Так, нам бип-бип надо доделать, он, в принципе, там 1000 дадут, плюс уважуху, плюс счастье, здоровье. Так, сколько у нас? У нас с вами 4000, 10000 нужно, я помню, что на новый верстак 3-го уровня. Так. Кто создал тебя такую? А, резиновые шины, резиновые шины, резиновые шины. Сколько штук там? 4 штуки, да? А, 3 штуки. Бронзовый, кстати, бронзовый меч нас попросили тоже сделать же. Мне сначала это надо сделать. Ляд, я забыл совершенно про это. Тренировочный сначала нужно меч создать. Не, я так понял, что новенькое тут. У нас подсвечивается новенькое. Баннер. Ага. Тренировочный меч для начала. Так, что еще тут? Ух ты, что это такое? Укус змеи. Оружие на основе старых артефактов. Плюс атаки я хочу создать. Замечательно. Улучшенный теперь надо создать. Теперь надо что создать мне? Тренируй меч. Блин. Бронзовый слиток. Так, шины 4 штуки. 3 штуки. Так, а сидушки я могу хотя бы сделать? А мне 2 штуки нужно. Слушай, а где еще один костер? Раз, два. А почему ты не делаешься? Не работаешь? Так, быстренько сделаем.
Слушайте, а как использовать? Как его стрелять? А не хватает пули, а еще и пули, а как пули? Так. А ну вот рядом, кстати, можно отнести сразу меч. Слушай, а я сейчас вот это подарю, улучшенный учебный меч кому-нибудь. Это все напитки. Так, а напитки у нас восстанавливают энергию, да? Так, а вот. Уху-ху. Ужинать? Не-не, подожди, как ужинать? Ой, нафиг ужинать. Мужчина, подождите. Now this takes me back to my younger days. Hi. Так, а я хотел бы подарок вам сделать. Ой, а где деревянный? Я не вижу деревянного меча. Я избавиться хочу от него, я не могу его подарить. Это единственное, кстати, походу я не могу его подарить. А, потому что я его использую, может быть. Нет, ведьма куда-то зашла. Так. Так, женщина, здравствуйте, хеллоу, подарок. Блин, а почему я деревянные не могу подарить? Именно, прикиньте, деревянные хочу избавиться, а не мне этот учебный меч. Я не могу избавиться от него. Эй! Блин, да. А я его продать же могу. Подожди, мужчина. Почему его продать не могу? А чего его продать не могу? Ну, тебя не интересует. О, это помогу. Так. Остальное все ничего не буду продавать, потому что остальное нужно для крафта. Так, а где же мне пули достать? Не хватает пуль. Забрать награду. Че, это завтра, наверное, да? Так, так, так. Два сиденья. Замечательно, стекла там, где у нас стекла были. Так, что с едой? Фут-фут-фут-фут-фут. Нет, не могу. Яйца тоже не могу. Вот это закинем, закинем. Ткани перекинем. О, ресурсы земельные, да? Так, 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 так. Так, так, так. Подожди, а почему не могу перекинуть? А, это земельный, подожди, что ж я делаю? Что ж я файер раздал назад? Зал назад. Вот они, деревянные. Так. Так, нет. Гасту, ага, гасту надо еще, я, кстати, не отдал, да? Так, что, я стекло вообще ищу. Я за стеклом пришел, вот стекло. Ну, правда, 4 штуки, там сколько нужно? Стеклышко. Нужно 5 стекол.
Опять стекла в печи, я так понял, да? Так, стой, ноль. Один. Заправить. И давайте, а почему ты быстрее не можешь? Посмотреть. Нет, нет, поставь. Скейт. Мило. Что еще? Резиновая шина. Так, а резиновая шина, что я, почему я не сделал? Потому что мне не хватает. Три штуки там нужно было, да, вроде бы. Замечательно. Так, стекло, ткань, 6 штук. Ткань. Так, стой, что это? Еда. Шесть штук, у меня 3 штуки. О-хо-хо, как я рад, что я заранее их. Источник добычи животных, да? Так, стекло, маленький двигатель. Маленький двигатель, как раз он у нас одна штука осталась. Ну и все, и осталось стекло. Нет, медный слиток, 5 штук. Так, пропустил. Железный медный слиток. Что там со стеклом? 1,5 часа. Так, давайте, я, наверное, тут что создам? Кто создал тебя такую? Наверное, медный слиток создам, да? 9,25 пускай. Создается. Нет топлива, как нет топлива. Так, пилы тоже надо создать что-нибудь, чтобы не простаивало, чтобы постоянно... медная плита, блин, мне бы... Ну давай, вот эту крепкую, наверное, создам. 20-21 час как раз. Медную плиту создам. Так. Что, сколько времени? 1 час. Ну давайте 1 час подождем тогда. Я пока, наверное, деревья посрубаю. Рубил деревья и уснул. Вырубился. Замечательно. Ну потому что там все на крафте у нас стояло. Как бы. Я хотел, правда, у меня была мысль за час добежать до дома. До сна и, в принципе, поставить крафтиться чего-нибудь. Все равно 7 часов считать. Так, что такое? Опа, что такое? Поздравляем. Ваше прошлый месяц вы заняли 2-е место по рейтингу мастерские. Еще немного и вы были покорили самую вершину. Продолжая работу, вы обязательно до нее доберетесь. А, что за коробка? Коробка удачи, 1 штука. Ну, спасибо. И 7000, да, мне заплатили? Здравствуйте, мистер. Я пришел к мысли, что в городе надо распределить лучные премии. Мы же получили слишком много жалоб на отсутствие освещения. Завтрашний день власти города все торговые гильдии 4 отдельных поручения на создание лучших батарей. Хорошо. Простая швейная машинка, силовой камень и... Ага.
Замечательно. Так, 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 стекло мне. Что там? Где мое стекло? Забирай давай. Нет, придется убрать. Так. Баннер с чего-то там. А, я промышленную печь еще это, кстати, не сделал. Надо ее, кстати, сделать. Промышленную печь поставить. Так, чего нам нужно там, дайте глянуть мне. Имеется ноль. Стальная плита. У нас нужно 5 штук. Ага. 5 штук. Подожди. Давайте еще раз глянуть. Так, лириный стали слиток. Нужно 15, у нас 0, да? Давайте сначала со слитка тогда начнем. Так, подожди, а там что делается в той печи? Там, в принципе, занято, да? Инвентарь полон. Понял тебя. Сейчас, сейчас, подожди. Дайте-ка мне разместить все тут. Так, небольшой артефакт, который используется для шитья одежды. Кокон, кстати, сюда, наверное, надо относить. Я кокон в какое-то место занес. Так, голубой шарф. Это одежда, я так понял. Ага. Так, вижу еще шерсть у нас. Так, подожди, тут мяса нет, есть мясо. 100 штук. Так, вот это что такое? Рыло подмышки. Добыча. Мне, правда, непонятно ее к какой раздел относить. А, вот походу сюда ее относить надо. Навоз это растение, да? Так, подожди, подожди, не путай, им есть. Где у нас одежда? Оружие, одежда, давайте оружие тогда тоже нафиг нам пока нужно. Детали, детали. Угу, ну и все, в принципе. Сортировать. А, подожди, какашки-то надо этот. Тоже разместить. Так, еще, еще, и как открыть его? Коробка удачи из культуры ламы. Где она у нас? Не вижу, хоть убей. Где? Где? Куда она добавилась? Эти плюс защиты, да? Так, а мы сюда во двор можем разместить?
уголочек. Давайте статку нашу посмотрим. Защита плюс 48. Ты что делаешь? Уху. Ты что? Оружие такой огромный. Блин, я R нажал, я хотел повернуть, а он этот... А, Т вращает, а не R. Так, давай посмотрим, статка увеличится, 148 было, 148 осталось, нифига, что-то. Это походу в доме, значит, надо. В доме размещать. Опять я нажал, чтобы... Статка, да, в доме надо размещать. Статка увеличилась. Так, давайте. Друзья, я разместил и нормально не посмотрел на нее. Ну что это за человек? Все, посмотрели, довольны все. Расходимся. Так, давайте посмотрим. Заберите бипап. Это мы сейчас сдадим, допустим, да? Finished another one already, and it's 1800 дали, замечательно. Так, давайте слишком что она хочет? 750, 88. Помогите один заборчик, пожалуйста. То есть сишка же больше, по идее. А тут больше, кстати. 750, ну да ладно, давай. А мы сишку не можем взять? Нет. Ну, мы можем бэшку взять еще одну. Я так понял. Ты все, я понял. Нам дали еще чертеж, да? Уличный фонарь изучен. Пойдемте посмотрим. Так, подожди, дайте глянуть. Никому ничего нужно? Нужно что-то. Рыбное рагу. Что-то поймать. Так, ну спасибо, тут остановка есть. И мы... Можем. А, ну вот эскейп, кстати, нажал, пропустил вроде бы, да? Угу. Эскейпы можно пропускать. Так. Hey! Hey, I wanna eat some homemade fish stew, but I'm terrible at cooking. Maybe you can make some for me. If you have the... Oh, thank you, thank you. My grandmama used to add in some fish, eggs, and a bit of salt. But I never seem to get it right. Рыбы, яиц и щепотку соли, но я постоянно делаю что-то не так. Яйца, рыба и соль. Хорошо. Девочка моя... Мы для начала нужно поймать это все. Уличный панель. Стекло. Я так и знал, что именно стекло нам нужно. Нет, я вру, я не знал об этом. Я догадывался, что нам нужно производить стекло. На всякий случай.
Так. Тоже стекло я, наверное, начну производить, чтобы быстрее было. Блин, жалко, что нельзя подходить, нажимать F, и он типа автоматически пополняет топливо. Нужно заходить сюда, потом заправить, потом принять, потом еще закрыть. Так что это еще? Мы ничего не можем взять, я только могу. Вы раздеваетесь надо мной. Заборчик. Пила, две штуки нужно. Ух ты, как раз видите. А я прям знал. А почему взять не могу? А я прям знал. Вот реально. Ну идти на запас. Как хорошо. Одну штуку создать, пронять. А, получение гильдии. Так, это куда получается? В гильдию надо зайти, нам отдать. Или нет. Надо эту человечку отдать, наверное. У кого вопросительный знак над головой? Так, и он рядом, кстати, с клиникой. Точно, я в клинику как раз зайду и закуплюсь всеми лекарствами. Я же говорил, что я буду. Так. Чтобы буду постоянно заходить и покупать лекарства, ну и после этого я один раз только купил и забыл. Так, это панель. Hi. Поручение. Что такое? Мы сначала поручение. Want some acupuncture treatment? Only goals. I'm really good at it, so it won't hurt a bit and will have many positive effects. Брошенный. А нет. Спасибо, мать. Эш. Hello. Пусть брошенный. Так, лето сколько лошадей? Блин, почему у меня лошадей сколько? Ну, хотя бы одну лошадку дали бы мне. Чтобы я не тратил время на путешествие. Блин, а столбов, конечно, много, да? Так, дисков у нас 27, кстати, надо сходить. Соль. Рыба. Так, а где у нас соль? Здесь нет, тут тем более не будет. Ну, по идее, тут в булочной. А где у нас? Ну, еще в селе можно, наверное, там купить. Вот сейчас ТПшнутся по остановке. Все, мать, извини. Hello? Hello? Hi, did you discover something new? That should be enough data disks. Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. You don't have enough data. That should be enough data disks. You don't have enough data disks. That should be enough data disks.
Still, if you want to expedite our research, the data corruption on these disks are minimal. There should be useful info on them. Ну, нормально. Так, 7 дисков, да? Интересно, что за 20 штук мы сможем с вами? Что за чертеж нам дадут? Хотя блендер они нам еще не давали. Мне кажется, блендер могут дать еще. Так, вот сюда мне нужно. Нет, где? Не вру. Вот сюда мне нужно. Что поближе будет у нас? Где это будет? К моему дому? Так, эскейп ты пережал. Так, сколько? 16 часов. Спи, по идее. Так, червячков, да. Давайте как раз прикупим. Тут же мы можем червячков купить, да? Можем. Давай, наверное, вобьем. Сколько нам? 30-ку да хватит. Сколько 30-ка будет? Это 90. Так, ладно, давай на. У, 13 тысяч есть. Стойте, стойте. Замечательно. Я могу просто. Второй себе третий верстак поставить. Сахар, слушай, сахар есть, значит соль есть. Соль есть. Десятки, наверное, купим. Соль и яйца, он сказал, да? Ну, у нас яйца есть, но давайте все-таки. Так. Спасибо большое вам, женщина, за такой чудесный магазин. А, соль, яйца. Соль. Соль, яйца. И рыба сама, да, он сказал? Так, где у нас тут есть порыбачить? Вот у нас есть, да, место. Я, кстати, там еще не рыбачил. Так, где у нас удочка? Ну как, надо улучшить, кстати, удочку сделать мне. Ёшкин, какая тут мелкая. О, рыбу шар. Имперский золотой лосось. Угу. Да тут, походу, в основном мелкая, да? С этой стороны. Ну, хотя бы она не сопротивляется, как у других. Слушай, а тут что, только две виды. Золотое колечко, лято посмотреть. Это человек, у которого что, у которого что там было написано? Да, тут походу только два вида рыбы. Эти запрыгало так. Так, все, мать хватит. Где у нас остановочка? Так, а сколько у нас деревяшек? У нас с вами деревяшек 170. Да, блин, дерево, конечно, улетает просто. На ура.
Хотя там есть в городе магазин, я правда не помню, где он находится, где можно обменять одно к одному камень, допустим, 990 штук, и получить вместо него дерево 990 штук. Только я один раз в нем был и уже, ну, по-моему, фиг знает, где он находится. Так, давайте утра дождемся тогда. Я, наверное, сейчас энергию все потрачу на добычу дерева. Скорее всего, так лучше будет. В принципе, утром встретимся. Так, энергию, короче, я добил. В принципе, на ночь все там поставил. Так, надо посмотреть, что у нас там по календарю. Я календарь переверну. А что днюха прошла, и мне никто ничего не подарил. Скоро, кстати, день Хэллоуина, день турнира, срок выполнения задания. Заброшенный, кстати, надо зайти, да будет. Мне с днюха даже что-то никто не поздравил в игре. Я думаю, подарки будут, тарты и там ничего. Так. Подожди, я колечки же никуда не вол, да, нет. Уличные фонари, две штуки. Уличные фонари. Мы нашли крючный зеленый диск, и принесем тобой черно, немного бронзовый, черный будет в течение 6 дней. О, мать моя женщина, ты еще и так долго. Привет, Марк, извини, что мы снова беспокоим тебя, но на лесной ферме очень серьезные проблемы с подмышками. Пожалуйста, приходи как можно скорее. Хорошо. Так, что тут? Предмет созданный, надо сразу еще раз зарядить его, потому что бронзовый вообще улетает. Бронзовую вообще слиток улетает у меня прям. Ну, собери ты. Так. Блин, одну штуку. Не хватает бронзовой трубы. А пойдемте тогда в ратушу для начала зайдем. Для начала что это? О господи, это мой. О май гарбл, что это? What is going on here? I told you it's been polluted. How? I just checked the river. It's also like this. Well then, did you find this? I tried, but it's coming from above the Sanio Falls. And that lift's been broke. Arlo, find out what's going on. The Portia River is our water source. I got it. I'll put out a commission for a builder to fix the lift right now. And I'll look into how to get rid. Please do. Так, замечательно. Да, хотя, так, кстати, когда и было чистое, у нас фонтан не так, господи, обильно лил. А теперь хотя бы водичка идет. Опа, водичка тепленькая пошла. Так. Жеремья, 145, под ты шумать. И чего, мать, какой? Так, зайдем Айзек Азилу. Пойдемте, ритуальчик, наверное, наш сделаем. Зайдем в медпункт, купим аптечки. Правильно. Я постоянно, блин, забываю дорогу. Нет, я правильно иду. Блин, мне два фонаря надо создать, да? Тут смотрите, сколько меток поставлено. Насчет фонарей.
Чё, с 10, а сейчас сколько? 9, блин, давайте подождем. 30 минут. О, игровых 30 минут, а для нас будет секунда. Так, раз, два, три, четыре, пять, он вышел лайку погулять. Замечательно, сколько у нас? 21. Подожди, подожди, я одну штуку купил. Ёшкин кот, я смотрю, что это 21, не понял, почему 21. И одну штуку вместо 10 купил. А вот теперь все правильно. А, подождите, у нас же один фонарь есть? Есть. Я уже могу разместить, да, один фонарь? Так, где тут? Я тут чаще бываю. Так. А, это на детской площадке, я понял. Давайте, конечно, тут разместим. Я не пойму, где только. Вижу. Радуйтесь, уже не работает. Так, тут еще что-то. Надеюсь, это с фермы, чувак. Куда он пошел? Постой. Постойте, мужчина. Блин, он так быстро убегает от меня. Значит, сюда надо? А сюда что? Ever since the water's been polluted, people here have been getting ill. Stomach... Is there anything I can do to help? Well, now, yes, actually. Phyllis has been working on a new antitoxin for a while now. Так, конечно, будет сделано. Все. Так, а Блонди? Я еще с Блонди, кстати, не поговорил. Блонди нет? Нет. Ты что такое? Что тут у вас? Произошло. Oh, so glad you came. We're at our wit's end here. I don't know why, but the pan bats have been coming out of the... We've tried everything already. Fire, water, cotton candy, you name it. But they just won't go... They've been sucking nutrients and poisoning... We actually talked to Higgins as well. But can you help us? Конечно, помогу. Thank you. But how do you plan on solving... I think I'll go talk with the research center first. Замечательно. Так, и мне еще с Блонди надо поговорить. Ёпшкин кот, сколько под конец серии у нас с вами миллиард просто миксиксилен заданий выпало. Уличный фонарь. А Блонди это старушка такая миленькая, да, вот это. Которая, собственно, магазин имеет, правильно? Да, правильно. I've got some milk deliveries lined up, but I'm afraid... Thank you, dear. Так, мне доставить нужно, да? Так, понял. Айзек Азимов нужно доставить.
надеюсь, знаете что? Надеюсь, мне не придется назад потом бежать. Я, конечно, придется назад бежать. Что я говорю, надеюсь, что не придется. Так, не тут, кстати, сидеть отравлено. Так, Азик Азима. Now I can dig my dried fish in milk. Молоко замечательно. Ага. А, ну давай сначала сюда, потом туда. Доковыляем. Так, а это куда нам нужно? А, Айзек здесь же работает. Айзек Азима. Нет? Подожди. Подожди, я солдат твоей любви, не сюда. Так, где к мэру, что ли, нужно отнести молоко? Что-то когда вот непонятно, то ли мэр, то ли мне. How do you do? What can I do? I have this ring that I found while fishing. Oh my, I was looking all over. Is it yours? Yes. Well, to be precise, it be... Все замечательно. Так, подожди, тут что, я вот это не пойму. Доставка молока. Бабушка, совсем сегодня немного устал. Помоги доставить Айзеку, Циви и Аудиту. Айзеку, Циви и Аудиту. Айзеку, Циви и Аудиту. Подожди, я не пойму. А, вот ты, Айзек, я тебя не видел. Wait, why are you here? Замечательно. Доставщик мой молока, да? В этой серии. Так. Hey! То есть не тебе молоко? Подойди, сей, увидимся. Так, где ты? Вон ты, куста прячешься. Что там, свои нехорошие вещи helping делаешь? Helping out Sophie, huh? Thank you. Все, отношения у нас улучшилось. Something to stop a pan bat infestation. Of course, my dear. Pan bats are very sensitive to sound. All right, so a boombox. Let's see, I can think of two designs. A very straightforward design. It might be kind of noisy, but it will be easy to make. Alternatively, there is a more complicated design that will be able to play music. I don't know what the effect on the pan bats will be. It's up to you. Так, бумбокс поинтереснее, наверное. Я хочу оба, и то, и другое. Оба червя. Быстро! You're the type that wants everything, huh? For that, I think we'll need 8 data disks. 8 дисков? А у нас сколько дисков? У нас... Блин, серьезно, мне нужно 8 дисков, а у меня 7 дисков. Гениально, конечно. Но это мы на завтра оставим с вами. Так... Сейчас мы с уличным фонарем разберемся этот раз. В этой еще серии. Ну, если надеюсь, хватит. Уличный фонарь. Понятно, разместим. Уличный фонарек.
потому что два всего лишь, по идее, фонарика нужно установить. Замечательно. Так, к Антуану, Антуану. Встретитесь. Конечно, к какому Антуану? Гризману Антуану? Так, да, сюда. А у нас с вами 19. Блин, только не говори, что он. Скажи, что он тут, пожалуйста. Антуан, nice work. Антуан, this is your payment. Меня называла Антуан, этого было мало. Все. Ребят, давайте ритуальчик узнайте. Лайк, подписка и коммент. С меня видосики не болеть. Не чихайте. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующих сериях на канале Like of Game. Ну и всем пока. Сейчас я вне серии пойду. Сейчас подобуду, наверное, в шахте отработаю полностью. Ну, не полностью, даже, наверное, не успею потратить энергию свою. Но я попытаюсь. А вам скажу, до скорых встреч, ребят. А, подожди, тут тоже остановку можно установить. Ух, я, кстати, не знал. Фига себе.